как так получилось, что маленький ребенок, 8-летний ребенок, стал имамом и нес на себе ношу шариата и всех положений, которые должен был знать имам, и доносить их до уммы. Здесь, наверное, нужно доказать этим людям из Корана, чтобы они поняли, что в Коране написано, что такое возможно. Иса ибн Марьям. Ребенок, малолетний ребенок, который в первые дни своей жизни говорит, и говорит с такой логикой, которая в то время 90-летние люди, 80-летние люди не могли с такой логикой доказывать то, что говорят. И тогда Иса ибн Марьям говорит, что «Я по воле Аллаха заговорил, воистину я раб Аллаха, и он даровал мне Писание и сделал меня пророком», говорит ребенок, который недавно родился.